Это мантра «Ом Кате Викате Роса Грасамани Соха». Во время этого освещения, представляете, будто у вас все сгорело. Сначала пламенем, дым пошел. После этого представьте, будто все стало прозрачным. После этого, чтобы все засияло ярко, красивым таким сияющим желтым. Кстати, как обогреть, как сделать слои так, чтобы между мужем и невесткой не возникали сексуальные отношения, допустим, но возникало состояние рода. Состояние рода имеет цвет. Этот цвет зеленый. Именно поэтому чтение мантры с представлением, будто ваш муж и ваша невестка зеленые, оба и обнимаются, можно даже целуются, ничего в этом страшного. С чтением мантры «Ом Таре Тутаре Туре Соха» поможет им тоже между собой помириться. Самые простые способы: 10, 15, 20 раз в день. Представляете, будто ваш муж подходит к невестке, обнимает ее. Или она подходит и обнимает его, и они очень радуются и танцуют друг на друга глядя. Андрей Андреевич, почему предсказания, которые вы давали в июне, не сбылись, там в мае не сбылись? Первое. Я тот человек, который находится в стране какой-то. Вы согласны с этим? Я не скрываю от учеников, что я общаюсь с людьми, которые являются людьми высшей исполнительной власти. Третье. Как вы думаете, у меня большая аудитория, да?